чемпиона России, да. Вот, Виктория Листунова. Четко. Поворот на 720 тоже выполнен без всяких шатаний. Упала. Упала. Тоже, скорее всего, не доработала ногой. По вращению не хватило. Сверху не приземлилась, поэтому так и получается. Даже олимпийские чемпионки ошибаются. Иногда. Иногда. Ну и дальше работает все четко, красиво. Движение рук, хореография. Но все равно закончила уверенно. Сама недовольна. Наверное, падением этим не обязательно. Да, и побежала готовиться к следующему снаряду, потому что такой режим, что самокопанием нет времени. Да. Что я говорил. Повело чуть-чуть вправо. 13,867 тысяч. Оценка Виктории Лисовой.